Это Москва, дом Симон Пуля. Едет в машине, айфончик держа. Пачку вам... Да, братун, а? Серёг, у тебя на стриме картина твоя висит. Вот вместо картинки. Почини. Какая? Ну, изображения нет, там просто белое полотно какое-то ебучее. Какая, блядь? Вот это, блядь, и чё? Какая? Я не знаю. Ну, открой на втором телефоне, посмотри, там нет ничего. Слушай, ты мне скажи конкретно, какая, блядь? Та, это, что? Это. Что какая? Ну, какая картина? Мусь, а ну-ка мне дай мне пожать чем-то. Алло. Так, пацаны, блядь, я еще раз говорю, ребят, вот спокойно, все. Я знаю, там, да, спасибо за поздравление, там, все. Ну, блядь, ну, отстрадали, блядь, все. Ой, ну, да ничего, уже. Ты закончишь стрим, дети тоже, вы должны сейчас ужинать. Ну, что нам сделать теперь всем? Уйти? Ну, может, хватит уже? Ты с 9 утра сидишь с ним. Соскучаешь, что ли, сильно? Ну. И, Мусь. Слушай, конечно, нет у нас. Суп, конечно, нет у нас. Ну все, вырубай. Другой сам попрощайся и вырубай. Я вас всех люблю, пацаны, я вас всех очень сильно люблю. Килограмм, да. Я не... Ну, вот, скажи вот свое слово. По поводу. Ну, просто. Первая половина дня была прекрасная. Пока ты не стал пить крепкие напитки. Я вот знаете, вот и, конечно, ну, что хочешь сказать. Но. Ну, школьно. Коллег. Правда, ты испытываешь мое железобетонное терпение. Просто железобетонное, Сереж. Блять, андатор ебаный в рот. У человека день рождения. Почему он не может бухнуть? Целуй руку Симону по приказу. Так он и бухает весь день. Почему он не может бухнуть? Он уже выпил достаточно, по-моему. Почему он не может бухнуть? Иди ко мне. Ну, пусть, ну все, ну давай, ну сколько можно? Ну мне тоже... Ну. Ладно, хорошо, поцеловал. Хорошо. Нет. Сейчас. Мусь, я хочу одну песню твою, одну мою. Сереж, можно мы вечером вернемся к нашему распорядку дня, как мы привыкли? Ну ты же не один дома. Ты дети, не пьяный, кушать какой-то. Ну, не напрягай. Ну, ты хочешь, чтобы я в ночь ушел? Потом ночью шел. Тебе спать надо. Не, иди что, ну. Тебе баюшки пора. Не, ну пацаны, ну извините. Алло! Алло! Ну включи видео-то, я тебя хоть по видео поздравлю. Ну подожди. Конечку. Подожди. А ну-ка, подожди. Ну. Да просто на камеру тыкни. Блять, это.
звоните поздней ночью мне, друзья. Не бойтесь помешать и разбудить. Дочка С запятой кошмарно близок час. Когда нельзя, некуда нам будет. От меня отъебитесь, блядь. Ну что? Ну.